Я постараюсь рассказать коротко, но как смогу. Говорить я не очень люблю и умею, поэтому, да, действительно, сейчас Вадим вспомнил 13 лет назад. Это тоже было в районе Дня матери, сегодня День матери. И я думаю, что это как-то символично, хотя пока нет ни одного ребенка здесь. Должны подъехать, но... Может быть, и я испугался, совсем думал, прямо опоздают. В процессе кто-нибудь тут появится? Нет, мы там просто укол делали. Потому что сегодня произошла такая неприятная история. Я спасала маленького котенка от моей дикой кошки. Вот, и приняла на себя удар судьбы. Ну, в общем, я надеюсь, что укол меня спасет, и я что-то сыграю. Я и так-то играть не умею, а тут, ну ладно. Я обещала не прибедняться. Ну, в общем, альбом, который сейчас выходит, и который уже вышел, и появился на уже нескольких цифровых площадках, ВК. И сегодня мы привезли несколько дисков, которые можно будет... приобрести через магазин, то есть если кто захочет купить. А те люди, которые мне помогали, и они сами знают, что они что-то вложили в создание этого и предыдущего альбома, пожалуйста, подойдите после концерта, я буду вам все это отдавать. Знак благодарности за то, что вы помогли. Как все начиналось? В общем, наступила пандемия, вот эта вот первая, которая в марте, и мы отыграли с тетю последний концерт, и как-то вот прям отменился квартирник в Новогиреево, куда я собиралась, и, в общем, какая-то была серия онлайников, а потом бабушка моей дочки, не моя мама, она подарила Василисе, ну, такой вот с барского плеча подарок, а именно музыкальную студию. Ну, в общем, мы засели дома, и пока там дети разбирались, я, в общем, решила брать быка за рога и первое освоила эту вот технику. Честное слово, я уже все забыла. Вот я записала, это длилось 2 месяца, я уже не помню, как там что нажимается и втыкается. Но в то же время я это сделать смогла. Это мой такой вот прорыв в сторону самостоятельности. И Денис Неволин согласился сводить этот альбом. Хотя, конечно, я вот на записи слышу, что сигнал достаточно слабый, он мне об этом говорил, и, может быть, достаточно тихо звучит, но, в принципе, по мастерингу мы проверяли, и все достаточно в плане нормы. Вот. Сказала, как это все начиналось. Сейчас расскажу немножко по песням, какие песни там собраны в этот альбом. Их 12 штук. У меня давно была идея записать песни, которые я как-то давно не пела. И они появлялись, я их играла в то время, а потом они отходили на какой-то другой план. И, скорее всего, с этими песнями это некое возвращение ко мне, скажем, настоящей, потому что мы все играем какие-то роли и хотим себя где-то улучшить, там еще что-то показаться не такими, какие мы есть. А здесь я вспомнила, с чего вообще все начиналось и что двигало мной в создании вот этих вот таких ранних, достаточно ранних песен. Есть одна песня, которая написана вообще в 14 лет, чуть ли не вторая моя песня в жизни. Это «Вышли мы на улицу». И только сейчас я ее как-то поняла.
оказывается, она так срезонировала с нашим временем, что я не смогла ее не записать. Наряду со старыми песнями будет три достаточно свежих новых песни. Это вторая и две последняя и предпоследняя. А все остальное это где-то там, оттуда. Ну и повторюсь, что диски, да, можно приобрести, либо подходите ко мне за подарочками. Так, сейчас я проверю, все ли я сказала. Сейчас. А, хочу сказать еще, что издательство этого альбома — это Выргород. Алис Лединский, у которого я издавала «Улыбаюсь» альбом и «Подлежащее». Ну, это такой для меня родной человек уже, с которым мы давно дружим. И, в общем, к сожалению, не смог сегодня присутствовать, но передавал всем большие приветы. Ну, пожалуй, я начну. Кому будут нужны мои свечи? Кто же будет смотреть в мои окна, когда бессилья качнется мир рук, если запад уйдет на восток? Кто же будет, моргая беспечно, думать музыку странного рока? Just
Спасибо.
Ты не напишешь всех песен, что у тебя в голове. Твой мир как есть интересен, так подари мне капельку живительного сока, каплю чистой воды. Все, что лучше в тебе есть, отдай ты. Подари любви глоток, и не будешь смертельно одинок. Подари любви глоток. Еще не все сошли с ума. Театр — моя песня.
знамя, ее несет герой, лучист, как пламя, предлагает веру и свои законы. В небушка слетают в черные вороны, полетели головы, заметалась правда, залили руки, брат идет на правду, глупый воин, я твои законы все знаю. Понимаю и слова повторяю. Ты такой же, как был вчера. Да, ты такой же, как и был вчера. И никогда не станешь другим. Никогда не станешь другим. Хочу ли я воевать на этом свете, такой же, как и был вчера. Да, ты такой же, как и был вчера. И никогда не станешь другим. Никогда не станешь другим. Погналась за счастье птица и
появилась, стала сильней, стала сильной. Помогли ветра. Следующая участвовала замечательная девушка Майя Горят. Ее зовут. Мы с ней пока еще не знакомы. Она обещала сегодня прийти, но не смогла. Вот. Ну, писали дистанционно, и потом Денис Неволин все это свел. Ну, в общем, на диске это можно послушать. Может, она пришла тайно? Вы же не знакомы. Ну, я бы, может, скрипку заметила. Мужики на полянке по сгущающейся ночи. Впрочем, чтобы не было смешно, я разорву себя на клочья. Чтобы вырваться отсюда, я готова на любое чудо. Да. В покоях совести вместе с обугленной планеты. Этой ночи пропасти довольно чаще, чем запреты, чем ответы на вопросы. Но двери открыты на твой небосвод. Но двери. Сценической площадке подготовленной программы. Рампы, штампы, новые платья. В зале папы, мамы, сестры, братья. Я бросаюсь к ним в объятия. Но двери открыты на твой небосвод. Но двери. Сказать тебе, я
расскажу тебе скоро. Подойдет к концу, когда мой куплет. Все, что я хочу сказать тебе, повторю тебе снова. Хочешь или нет, держи, лови момент. Мне нужны твои и глаза. Нежелательное верни мою первое слово вместе с теми звуки с моего голоса. Все очень хрупкое и может сорваться. Сила твоя рождает нежность. Все в твоих руках и может казаться. Нет одиночества, есть бесконечность зависимости. Не рождает чудо, веревочки не завязывай туго. Не забывай, что мы есть друг у друга. Не забывай, что мы есть друг у друга. Утрамбованный.
комната утренним светом залитая, пусть все будет так. Кофе в постели, книга прочитана, пусть все будет так. Свободные волосы, руки и плечи, пусть все будет так. Теплый привет тебе издалече, прими и радуйся. Летящие от легкого ветра пушинки, лети и радуйся. Этой живой совершенной картинки, видимой из окна. И комната пуста, но все же пусть все будет нам. Прекрасное всегда похоже. Я не сомневалась в своих детях, они все-таки дошли. Да, спасибо, очень приятно. С праздником поздравили тебя? Мы опоздали. Вот. Да, конечно, они сегодня там вообще совершили просто какое-то грандиозное дело. Поподробнее. Разобрали двухъярусную кровать и принесли из соседнего дома другую. Хочется еще сказать об обложке. Я упустила этот момент. Дело в том, что в обложке принимала участие как раз-таки моя дочь. А показать ее? Да-да-да. Покажи, пожалуйста. Ты рассказываешь, а о чем рассказываешь? Да-да-да. Этот рисунок я давно полюбила. Вот. Немножко тускловато получилось, но на самом деле в интернете все очень классно и ярко. Мы же сейчас в интернете живем. Нет. Ну, в том-то и дело. Немножко. Ну, покажи, что ты рассматриваешь, надо посмотреть. Я сама еще не рассмотрела. Я первый раз, да, еще вот все держу в руках. Вот, это ее картинка. На самом деле, там еще есть рисуночки Арсения Шумских, которые здесь тоже у нас присутствуют. Вот, Ванька... Ванька делился зато своей комнатой. Это было студийное пространство мое. Так что все учтены, все пределы. И, в общем,
А само оформление делала Женечка Брышакова, которая живет в Ставрополе, и давно мы с ней пересекаемся в качестве оформления обложек. Вот она оформляла наш альбом «Аспорт июля», и, в общем, сейчас оформила этот. Вот, хочу сказать спасибо всем, кто поддержал этот альбом, материально и морально, и кто ждал, и кто надеялся и верил. Да, я сама очень хотела успеть это сделать осенью, и это случилось именно осенью, потому что альбом, по сути, для меня очень осенний, такой вот очень, ну, такой достаточно депрессивный, и, ну, не для всех, да, то есть, ну, вы понимаете, что андеграунд, он вообще не для всех. Ну, в общем, хочется сказать спасибо Дому культуры, который радушно всегда принимает с презентациями и зовет. Вот, хочется сказать спасибо Алексею Глухову конкретно, который поучаствовал в создании, в общем, этого материального носителя. Вот. Ну, что еще могу сказать? Спасибо, что вы пришли. Спасибо. А теперь на бис. А Света Чепурина не пришла? Нет, не пришла. Эх, опоздала. Ну, то есть она решила, что если я, говорит, буду сильно опаздывать, то уже не приду. Ее и без скрипки узнать можно. Да, она бы как-то обозначила свое присутствие однозначно. Я спою еще тогда несколько песен, тоже таких вот достаточно ранних. Недавно одну из них мы пели со Светой, как раз таки Чепуриной, на ее дня рождения, с ее группой, практически без репетиций. Когда в городе темно, когда свирепствует то, семья царица своего отрешенного взгляда. Да и ладно, что меня по земле ветер носит, словно падшую весну среди смрада я рада. Хочет быть левым, да не каждому дано объективное зрение. Ладно, ладно.
Ну, пожалуй, я спою такую песню тоже из того времени. Тоже она такая осенняя. С обострением. Не вели казнить, вели миловать, надоело мне медитировать у двери, у двери. Метится стрелой ядовитою, некоторая осень сердитая, и счастье не верит. Нет ответа у дня для меня, остается ночь, чтобы смочь разгадать дом и падать. Начинаем с нуля думать и гадать, остается ждать, только ждать тебя, думать остается только ждать. Нечего сказать, да и незачем, а кому легко, кому легче на белом свете. Все игра в игру безутешную, так огонек и восьми кромешный за смертью. Остается ночь, чтобы смочь рукой падать. Начинаю ждать, остается ждать, но только тебе, думать остается только ждать. Тему. Я спою песню, которая, ну, в общем, часто я пою, наверное. Снежики ехали медленно, зимушки, веснушки, целое лето, весело, грустно, как будто нас дело-то, долго или коротко, либо ли где-то, кто-то помолится, кто-то моется чистой водой, или небо слезами, все образумится, все успокоится, что-то дверь, и со скрипом закроется.
сплетут нити наши недолгие. Все бы в один клубок наше спасение. Все люди тонкие, все люди стойкие. Будем одним Богом благословенны. И будет парить птица в белом агате. Откроется дверь и со скрипом закроется душу в окно. Ее ночь прокатит по беспредельству в жизни ее. Можно, в принципе, сейчас дело и прибрать. Вадик, ладно? Спасибо большое. А, песня посвящается Дню Матери. Но мне нужно помочь. А, исполнить два слова. Работать в кормить? Да. Сейчас, анализ включу. Готовить, кормить. Готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить. Не слышу. Готовить, кормить. Молодцы. Кормить, готовить, кормить, готовить, кормить. У меня есть дети, 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 дети. Еще один, как обычно, на примете. Дети — это все, дети — это все, что останется после сердца моего. Готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить. Готовить, кормить. Новый день наступил, не похожий на предыдущий. Мой ведущий не оставит меня скучающей, потому что у меня есть дети, а это мое счастье. Готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить. Готовить, кормить. Моя музыка ждет, ждет меня, пождет. Моя музыка детей моих себе возьмет. Нет ничего прекраснее на свете, чем музыка и, конечно, дети. Готовить, кормить. Готовить, кормить. Готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить, бесконечно! Спасибо, спасибо большое, что пришли, и подходите ко мне, те люди, которые мне помогали. Я, может быть, кого-то не помню, но точно знаю несколько человек, которые вот это сделали. Вот, я вам буду все дарить. А те, кто хочет приобрести, вот, пожалуйста, вот тут целый даже арсенальчик есть. Кто не помогал? Может помочь сейчас. Да.